Здрасте, накрасьте! Меня зовут Анна Кравченко, и вы на моем канале. Продолжаем с вами разбираться со сложными бровями. Если у клиента асимметрия, жесткий волос, окрашенный в темную краску, а хочет сделать шире брови и светлее, как же это сделать? Первым шагом сделаем ламинирование, но так как брови плотные, будем делать ламинирование на основе ТГА, а это значит составы для ресниц Lash Curl Up. Обязательно перед первым и вторым составом наносим Skin Protector, так как у клиента сухая и чувствительная кожа. Выдерживаем составы приблизительно по 6-7 минут, и после второго состава мы обязательно смываем детокс муссом. После ламинирования волос уже стал послушный, и мы форму можем делать шире, но у нас остался темный цвет, поэтому нам нужно его будет смыть с помощью деколор. После деколор нам обязательно нужно восстановить волос, поэтому мы наносим Color Fix и Lash Plex. И, конечно же, клиенту рекомендуем правильный цвет карандаша и укладывать брови гелем. Если у вас остаются вопросы, обязательно пишите в комментарии. Надеюсь, информация для вас была полезна. Всем пока!